Строительство социального жилья затягивается в городе Хрумтау в Актюбинской области. Сдачи в эксплуатацию многоквартирных домов местные жители ждут уже 2 года. Наша корреспондент Айсулу Махмутова выясняла, почему объекты не сдали в срок. Многодетная семья Гульбакыт Кунратовой вот уже 20 лет арендует жилье. Накопить на собственное пока не получается. Ежемесячного дохода, зарплаты супруга и социальных выплат едва хватает на содержание 7 детей. В очереди на получение социального жилья я стою уже много лет. Сразу по 2 категориям. Как обладательница подвески Алтын-Алка и мама ребенка-инвалида. Обещали, что скоро дадут квартиру, но конкретных сроков нет. Очень надеемся и ждем. В очереди на получение социального жилья в Храмтауском районе состоят 1300 человек. Для частичного решения вопроса в 2020 году здесь начали строить 2 многоэтажки, в каждой по 60 квартир. Дома благополучно возвели, обустроили во дворе игровую площадку, но дальше работы встали. Неосвоенными остались порядка 200 миллионов бюджетных средств. Строительство у нас началось в 2020 году. Как вы помните, это во время пандемии. После чего в прошлом году материалы строительные резко возросли в цене, из-за чего отстали от графика работы. После окончания срока договора 10 октября подали в суд признать данную компанию недобросовестной. Как только вопрос поставили ребром, на стройке закипела жизнь. Руководство столичной компании направило на объект бригаду рабочих. Специалисты сегодня выполняют работы по внутренней отделке помещений. Объект был у нас как бы на консервации. За финансовых проблем, за удорожание материалов, где-то что-то у нас по смете не сходилось. Сейчас приехали, восстанавливают работу. Сейчас на данный момент у нас ведутся чисто отделочные работы, остались. Сейчас по подходу материала, сразу установка дверей. Сейчас работают, сами видели, кафель, укладка кафеля. Ну, работа на 90% у нас уже выполнена. Ну, остались штрихи подбить, установить двери, линолеум. Представитель подрядной фирмы обещает, что к Новому году нуждающиеся в жилье храмтаусы все-таки отметят новоселье. Айсулу Махмутова, Айбек Даутов, Актюбинская область, Хабар 24.